Samsung обновит свои смартфоны до Android 9.0 Pie раньше, чем планировалось. Компания Samsung опубликовала обновленный график выпуска обновления до операционной системы Android 9.0 Pie для своих смартфонов. Согласно информации, указанной в этом графике, практически все смартфоны получат обновление раньше, чем было объявлено изначально. Например, Samsung Galaxy A7 2018 и Galaxy A9 2018 ранее планировали обновить в апреле, а теперь соответствующая прошивка ожидается в марте. Для Samsung Galaxy J6 обновление будет выпущено в апреле, а не в мае 2019. Самыми первыми, возможно, уже через несколько дней обновление получат флагманские смартфоны Samsung 2017 модельного года, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus и Galaxy Note 8, для которых на этой неделе была выпущена уже вторая бета-версия с большим количеством исправлений и нововведений. Судя по графику, последними моделями Samsung, которые получат Android 9.0 Pie, станут Galaxy Tab A 2017 и Galaxy Tab A 2018. Для них прошивка ожидается только в сентябре и октябре этого года соответственно.